Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Ной проклинает Хама. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделан над ним меньше сын его, и сказал: «Проклят Ханан, раб рабов будет он у братьев своих». Потом сказал: «Благословен Господь Бог Симов, Ханан же будет рабом ему, да распространит Бог Иофета, и да селится и он в шатрах Симовых, Ханан же будет рабом ему». Текст по книге «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.